Итак, всем привет, дорогие подписчики, зрители моего канала. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Rake. Игрушка довольно странная, ну как бы графика у нее не особо новая. Давайте нажмем старт, старт, new game. Так, вот, мы прогрузились. У нас есть карта. Какие-то часики. У нас есть ружье. Так, мы подняли ружье. Отлично. Как его? Отлично, как его спрятать? You want to skip this day? Так, нет. Так, что мы можем? Что тут? Ну, в общем, тут... Вот так, вот так. Ну что ж, давайте откроем дверь. Я бы сказал, графика вот такая себе. Hunting areas. Ну ладно, давайте пойдем. Я там знаю. I to open inventory. Так, это все, что у нас есть. У нас есть... Что? Две камеры? Серьезно? Так, мы довольно быстро бегаем. Тоже неплохо. Воу-воу-воу-воу. Звук, однако, стрёмный. Ну что же. У нас тут можно поставить камеру. Так, ну так. Нажимаю. Ага. Ну. И как мне ее выбрать? Что за херня? Ну, нажимаю Е, ну, давай, ставь камеру, ёб твою мать. Что он делает? О, кабанчик, отлично. Так, какого хера ли ты не ставишь камеру? Отлично. А, может, надо отойти... А хули, я не могу ничего делать. Так. Ага, баги, лаги, отлично. Во, отлично. Так, где ее можно сюда присобачить? Отлично. Ну, пошли. Херли. Пресс. Нажмите один, чтобы поднять оружие. Фух. Что ты орёшь? Стрёмные звуки издают, конечно. Шо? Шо? А это куда камеру можно приткнуть? Ёп. Да. Отлично. Давайте поставим. Что это такое? Боже, стрёмные звуки, однако. Да. Ну, игра типа хоррора. У нас 26 минут. Это на то, чтобы, наверное...
Так, сюда надо идти. Так, надеюсь, наша пушка валит хорошо. Да не хочется слиться в начале игры. Так, а где эта херня, которая... Не понял. И куда? И что? Я на точке. Прямо стою на ней. Куда здесь камеру лепить, ё-моё? Так. Либо я дурак, либо лыжи не едут. Что ж, непонятно куда что. Что? О! Вот оно. Опять-таки нужно выбрать камеру и приткнуть ее сюда. О, дом. Так. Пожарный возьму оружие. Вроде чисто. Хер знает. Игра, конечно, пока ничем не пугает, что очень даже хорошо, я бы сказал. Но вот эти звуки неприятные, я бы сказал. Очень, очень неприятные звуки. Так, что же, надо поставить еще одну камеру. Двигаемся тогда к этой непонятной херне. Господи, тупая лестница. В принципе, непонятно. Что это за херня? Ладно. Итак, судя по карте, где-то я таки пропустил точку, которую нужно было обработать, так говорить. Так сказать. Ну что ж, давайте наверстаем упущенное. Боже. Что вы так ревете? Это ж капец. О, бочки. О, отлично. То, что нужно. Да. Стремновато. Понятно. Ну что ж, давайте двинемся. К дому. Я смотрел пару трейлеров. По этой игре. Ну и судя по трейлерам, я могу сказать, что... Блин, нихера не могу сориентироваться. В общем, здесь бегает какая-то тварь. Мы должны ее поймать. Это типа такой монстр. В общем, он чем-то похож на пришельца, я бы сказал даже. А еще бы знать, откуда... Куда мне идти? Почему он шатает рукой, когда я держу shift? Это подозрительно. Это странно. Это недоработки или... Еще что-то, ну. Что ж. Давайте возвращаться в лагерь. О, у меня есть кабанчик с камерой. Ух ты, а это круто. Что у нас? Такие звуки, конечно.
Я просто держу shift, а он... Да ладно, такие звуки стрёмные издают, зараза. Можно подумать, что эта тварь уже где-то здесь и еще меня ёбнет. Ого-го-го-хо-хо-хо. Надеюсь, ее тут нет. Как на лайве? Во, выход. Нет выхода, тоже мне. Вот ты только не реви. Это еще не хватало. Empty. Так, а как менять камеру? А, вот. А давайте попробуем поставить эти трэпы. No. А, да я же еще вышел без патронов, вообще идеально. Так. Ну давайте. Поставим это вот тут возле двери. Ох ты, твою мать! Слышь, что за нахер? Отлично. Нас может поймать собственный капкан. Я охерею. Стрёмно тут, однако, ходить даже. Окей. А что я тут могу? Всё на английском. Что ж. Типа, я исследовал это... Типа, это поле. Тут, типа, очень красиво. И я не могу поверить, что это все здесь. Странные... Heaven's Cloud happened here. Блин, короче, странные вещи, типа, творятся тут, что ли, наверное. Не знаю. Не такой маг английского. Здесь очень много животных. Ну и здесь, типа, из-за этого много охотников. Одного охотника не видел, ей-богу. Типа кемперы, ну, которые тут, типа, были. Our the sourced, so ahead. В общем, типа, можно какие-то использовать предметы, что-то, ну, ей-богу, не такой сильный в английском сейчас. Также простите. Присесть я не могу. Могу взять камеру на букву С. Давайте посмотрим, что у нас. Жалко, что нельзя двигать мышкой. Вот это меня огорчает. Что-то у нас написано 16. А, стоп, а я дверь закрыл. Опа, камера... Одна камера перестала работать. А почему? А, это движение засечено, типа мы заметили движение.
знаете, так стремновато. Мало ли, я сейчас только камеру поворачиваю, тут, ёпта ж твою мать, такая херь вылазит. Было бы довольно страшно, я бы сказал. Ну, не, ну, в принципе, пока не страшно, как бы еще нормально, ну, вполне относительно нормально, ну, пока ничего не происходит, типа, все спокойно, спокуха. А, камера 2. Блин. Просто я не совсем понимаю, в чем заключается... В чем заключается суть и что нам нужно делать. Может даже включить кабанчика с камерой. Ага, вот у нас... можно просматривать вот эти вот... Вот этот коридор. В смысле, мы можем просматривать вот этот вот коридор. Так, у нас закончились камеры. О, еще патроны. Так, сколько у нас тут? 20 патронов. Не шибко много. Странно, что зеркала такие странные. Ну, стекла этих. Самое главное, что приблизить нельзя, посмотреть, что там. Ох, ёпты. Да. А вот, вот этот вот, вот это, по-моему, то, что мы ищем. Вот оно. Странная такая тварь. Пе. Ладно, я не знаю, что, может, надо пропустить этот день. Ну, может, мы тогда ночью проснемся. Стрёмно, окей. Давайте начнем просмотр. Опа, у нас камера 3. Вот такие шаги. Вот тут где-то кто-то ходит. То не, 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 это куст. Всего лишь куст. У нас есть 20 минут. Что с нас? А приближать, удалять нельзя, это плохо. Чего такое качество плохое? Странно. А что, камера опять не работает? Похоже, эта тварь вывела камеру 5 из строя. Ну вот это вход. Соответственно, нам нужно за ним следить. Понять, что у нас тут? Ух ты, твою мать! Ух, твою мать! Камера 4 выведена из строя. Вашу мать! Ей-богу, чуть не наложил штаны. Ёлки-палки. Ой, ты, твою мать, иди гуляй. Так. Мне уже стрёмно. Я просто понимаю, что она где-то тут. Мне стрёмно. Там потом кабанчик еще есть. Надеюсь, у нас его тут нету. Я могу выключить фонарь? Не, не могу. Стоп.
что тут двигалось. Что тут двигается, я не могу понять. Да. Ну, что-то оно не может найти камеры, либо еще что-то. Интересно, а что будет, если положить все капканы возле одной камеры? Ну, эта тварь по-любому уже идет к камерам и пытается их уничтожить. Соответственно, если она вступит в капкан, будет круто. Ну, в смысле, я ее сразу поймаю. Хотя сразу поймать ее будет... Что это? А, это папоротник. Тупой папоротник. Кабанчик живой. О, смотрите, а камеры, оказывается, типа пополняются. А это хорошо. И патроны. Патроны тоже. Они типа каждый раз, когда спим, патроны и все остальное пополняют. В смысле, это очень. Это замечательно. Это намного лучше, чем я думал даже. В смысле, я еще не в такой жопе. Так, а аптечку я могу как-то использовать? Так, вероятнее всего, что нет. Что-то я не могу понять, где она... Ладно, давайте не будем... ссать, так говорится. Так. Теперь. Ой, возьму. Чувствую, что в доме нельзя брать эти трэпы. Да, видимо, нельзя. Только бинокль. Это корм какой-то там. Фонарик F выключается, отлично. Так, давайте перетыкаю все кнопки. Это фонарик. Q, E. А, и это действие. О! Отлично. Все, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, эта камера пялит вход. Это кроет со спины. Это антенна, да. Вроде нету, но фиг его знает. Вроде нет. Да ну Да ладно, ну будет идти сюда или нет? Ой, я могу прокрутить аж сюда. Получается, оно бегает вот где-то вот там в центре где-то вот. Что мы тут? Ясно. Типа, я должен тут, типа,
побыть, чтобы понять, типа, что это за тварь. Ну, это я перевожу по-своему. Ну, пытаюсь переводить поближе к тексту, который там был написан. Я так полагаю, но первым снесло пятую камеру, потому я не мог понять, ну, типа, я сначала подумал, что, ну, знаете, там нельзя ее нажать или еще что-то, а потом, оказывается, эта тварь все-таки ее сломала. Ох, так что я думал, придется выйти все-таки в лес, но все-таки меня выманивает в лес. Мерзкая дрянь. Единственное, что меня пугает, это поросенок тупой. Издает эти звуки. Ну, если что, могу обставить себя капканами и ныкаться. Ой, блядь, да что ж такое? Давайте за еду. Как там еда была? Какую там кнопку-то? А как ее принять? Ага. А принять ее как? Никак. Интересно. И что же мне делать? Например, вот у меня нету ХП. Вот у меня там немного ХП продамажено. Ага, ясно. А еда для чего-то, да? Ну, если что, можно прятаться за антенной. Если она вдруг сюда залезет, что... Вряд ли, но... Фиг его знает. Да не вой ты так, ёб твою мать. Так стрёмно, а ты еще ты воешь. Ну давайте, была не была, все равно солью таки будет. Фигли. О, стрёмно уже. Надеюсь, она не быстро бегает. Хотелось бы надеяться. Ну, давайте ткнем камеру. А знаете, что лучше сделать? Трэп поставить. Это, если что, на следующий день приду и гляну, что там за херня. А так поставлю возле каждой этой херни по трэпу. Если эта тварь захочет его сломать и попадется на мою хитроумную ловушку. Она прям очень хитрая. Если эта тварь сожрала моего поросенка, будет плохо. Она не сожрала моего поросенка. Ну...
Ну и хорошо. Давайте посмотрим. Может, она света боится. Ну, типа, потому что типа на свету. Благодаря этому. Ой-ой-ой. Ой, твою мать! А чё ты не попалась на капкан? Твою мать! Значит, она где-то вот там вот. Вот оно вот где-то вот в той стороне. Опа, что это было? Что это такое? Что это было? Я не понимаю, почему она мигает красным. Собственно, я так понимаю, мигает красным, это значит, что, ну, оно типа засекло какое-то там движение, вот, мол, типа, ну, вот, тебе типа, показывают. Но, блин, тут ничего нет, тут вообще пусто. В смысле, я полчаса потратил на ничего, буквально ничего, в смысле, кроме того, что я просрал несколько камер, а больше я ничего не получил. Я всрал сколько уже камер, ну, камер, больше 6 камер, наверное, да, ну, больше 6. И нифига. В любом случае спать я не могу, оно мне не дает спать. Так. О, камеры отреспавнились. Ноу. Что ж, камеры отреспавнились, патроны не отреспавнились. Мы можем открыть дверь. Спокойно выйти. У нас убили. Как его убили? Что? Я его не открывал. Ну давайте что же пройдемся туда. Непонятно каким образом наш кабан издох. Хотя жалко. Можно было бы понаблюдать за кабанчиком, ну было бы прикольно. Я думаю, в общем, было бы прикольно так посмотреть за ним. Тут у нас ничего. Капкан не сработал. Что-то тут бегает. Ух ты, мать. Ух ты, ваша мать. Где это было? Что это было? Почему тут кровь? Это лень. Фу, блин, твою мать, стрёмно же. Так, надо посмотреть, где у нас тут капканы. Что ты за мной бежать думал? Твою мать. Ох, и стрёмные вы. Опа. Надо вспомнить, где я поднял капканы. Не очень полезная вещь, ну, в смысле, капканы реально нужны. Если ловить такую тварь, то без капкана, я думаю, тут не обойтись.
Что ж, я думаю возвращаться в трейлер. Прыгать мы, кстати, не можем. Ого. Какое-то оно зеленое, такое стрёмное. Отвратительное. Ух. Ух, ух. Просто. Ясно. Я полагаю, в это болото лучше не лезть. Это для здоровья вредно. Давайте возьмем карту и посмотрим, куда нам идти. Блять. Знаете, это... Где все животные такие звуки издают стрёмные, что, ну... Знаешь же, что вроде ничего опасного, ну, нету как бы тут... Ну, в принципе, никто не должен меня убить, типа... Так, это край карты. А. Ясно. Давайте заглянем... В здание, я вот тут по карте смотрю, есть здание какое-то. Думаю, можно залутать пару зданий. Пару зданий залутаю и, в принципе, думаю возвращаться. Можно бы поставить камеру, но... Я не горю желанием, потому что это в жопе. Это жопа. Я застрял в кустах. В смысле, тут уже валяются трупаки и все остальное. Ну, в смысле, веселье, да. Очень, очень интересно. Я вон на краю там вижу здание есть на карте. Можно заглянуть туда, посмотреть. Вполне возможно, что там будет. И много капканов. Просто я не удосужился запомнить. Да, блядь, что ты так ревешь? Ёб вашу ж мать. Я ж так... О, блядь. Реально в дрожь берет. Так, вот сюда вот. Да, по-моему, был вот тут где-то. Ой. Сука. Стрёмно тут. Пиздец. Я офигею. Где тут вход? А вот тут я капканы нашел. Нет, не зареспавнились. Плохо. Очень плохо. Давайте посмотрим, тут еще где-то здание есть. Так, это олень. Есть тут еще одно здание, давайте его посмотрим, потому что, по-моему, в нем не был. И на этом все. Дальше я вернусь в убежище. Или что я тут не надкусен? А, ну, тут я уже был. Ясно. Ничего нового. К сожалению, я не могу нажать на М и, например, спрятать эту херню. Ну, вон мой трейлер. Здесь во время моего отсутствия тут ничего не произошло. Опа. Кабанчик. Так, значит, кабанов оно ловит запросто, но мне нужно поймать ту свинку. Капканов у меня осталось очень немного. Так что, предлагаю поднять его.
кину где-нибудь более в полезном месте. У меня 3 осталось. Что же сделать? Давайте кинем перед камерой вот тут. Вот прямо вот, прям под камерой. Если оно так любит ломать камеры, давай чего. Чего бы не ловить его на камеру? Во. Ну и хавки насыпем. Что он захочет пожрать, а потом увидит, что там, ну, она увидит, что там камера, а потом решит пожрать его, хоп, как его, как трахнет эта херня. Не. В общем, что же могу сказать, на этом, думаю, можно закончить. На этом, я думаю, можно закончить мое видео. Что же, я в следующий раз постараюсь посмотреть... Ну, постараюсь снять получше, потом выйдем ночью, поищем этих... В общем, поищем эту тварь. Что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, простите, что сегодня ничего такого особенного мы не нашли. В следующей серии по-любому я пойду и наткнусь на эту тварь, я ее просто всажу за то, что, во-первых, не попалась на капкан и сломала мои камеры. Что ж, спасибо за просмотр, всем пока. Будьте на позитиве и играйте в хорошие игры. С вами был Дэн. Всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.